Инспекторы дорожно-патрульной службы и судебные приставы провели в Бирске операцию «Дебитор». В ходе рейда были проверены несколько десятков автомобилистов. Подробности смотрите в сюжете. Каждые два месяца на территории нашего города судебные приставы и сотрудники ГИБДД проводят оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Дебитор». Совместный рейд направлен на выявление должников среди владельцев транспортных средств. 26 июля на территории города Бирска совместно с ГИБДД по Новосибирской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор». Рейд. По результатам рейда до граждан был доведен порядок уплаты штрафов ГИБДД. Также с гражданами была проведена работа по оплате штрафов, по уведомлению, ознакомлению об имеющейся задолженности по штрафам ГИБДД. Для некоторых должников наличие у них штрафов оказалось сюрпризом. Поэтому судебные приставы-исполнители разъяснили жителям нашего города возможности электронных сервисов, при помощи которых можно проверить наличие задолженности, узнать информацию по исполнительному производству, оставить заявление, а также погасить долг. На сегодняшний день на остатке в отделе судебных приставов 5000 исполнительных производств о взыскании штрафов на 3 миллиона. Безусловно, самые распространенные штрафы – это за превышение скорости, идут которые с камер видеофиксации. Операция «Дебитор» проводилась не только в Бирске, но и по всей Новосибирской области. Для выявления должников стражи порядка применяли автоматизированный программный комплекс «Дорожный пристав», который посредством считывания госномеров вычисляет из общего потока машины, принадлежащие должникам. В Новосибирске четырем владельцам транспортных средств за имеющиеся долги по кредитам пришлось продолжить свой путь уже на общественном транспорте. Однако некоторые должники предпочли остаться за рулем своего автомобиля и поспешили в ближайшее отделение банка.